Погрузиться в мир технических новинок и прокатиться на VR-аттракционе. Севастопольцев приглашают на Технофест. В среду, 9 сентября, в центре города впервые пройдет фестиваль технического творчества, где посетители увидят лучшие проекты участников кампуса молодежных инноваций. Координатор проекта Мария Маркова отметила, что ребята из разных городов России представят свой взгляд на решение проблем Севастополя. 300 самых умных ребят со всей страны, в том числе 70 севастопольских ребят, сейчас в ЛАСПе защищают свои проекты, связанные с улучшением севастопольской городской среды, здравоохранения, образования, туризма и экосистемы. Этот проект первый в своем роде, когда дети, самые яркие, самые незамутненные, самые интересные и развитые, занимаются проблемами решения конкретного города и делают это под руководством наставников и профильных лиц из департаментов, которые заинтересованы в решении этих вопросов. Это эксперимент, не имеющий аналогов, и мы надеемся, что проекты, которые будут сегодня в ЛАСПе выбраны лучшими, в итоге после доработки действительно будут внедрены. Организаторы надеются, что подобный пример работы проекта молодежных инноваций вызовет живой интерес у севастопольских ребят и других участников. И с юного возраста они смогут принимать участие в улучшении города. Каждый абсолютно бесплатно сможет поучаствовать в VR-аттракционе «Прыжок с небоскреба», сможет поиграть в бои роботов, танковые бои. У нас будет очень классная, интересная 3D-фотозона, просто магнит для инстаграмщиков. И мы приглашаем абсолютно всех жителей Севастополя и гостей города завтра в среду приехать на площадь Нахимова и погрузиться в мир технических новинок. Праздник начнется в 12 часов на площади имени Павла Степановича Нахимова. Гостей фестиваля ждет яркая концертная программа, выставка достижений севастопольского технического творчества, фотозоны и другие развлечения будут работать до 19:30.